Челнинские девушки-инвалиды сыграют в спектакле. Ничего особенного. Так они назвали третий этап проекта «Картинка с солнцем внутри». Напомню, в его рамках девушки с ограниченными возможностями здоровья учились проводить экскурсии в картинной галерее. Теперь же в развитии проекта наступил новый этап. Вновь среди развешанных картин, но теперь в форме театральной постановки. Правда, назвать это театром сложно, ведь в основе реальная жизнь челнинских девушек-инвалидов. Мы побывали на первой репетиции. В спектакле сыграют 6 девушек. Он будет сплетен из их личных историй, развеивающих стереотипы об инвалидах. Так Алсу Гайнуллина готовит монолог о любимом виде спорта – бочча. Свой сильный бросок она покажет на сцене и, возможно, даст попробовать сделать это зрителям. Это история моего участия в таком виде спорта для людей с ТВЗ, как бочча. И я хотела бы рассказать о своем опыте, о том, как я тренировалась, занималась и даже выезжала на российские соревнования. Девушки выбрали несколько форм для своих историй. Смешной стендап, экскурс в моду в жизни инвалидов, научный проект, жуткая сказка. И в каждой из них личный опыт. У меня реальная история моего прыжка с парашютом в тандеме с инструктором в проекте «Небо открыто для всех». Не всякую личную историю можно вот так вот прямым текстом выйти и рассказать. Иногда нужна и музыка, и свет, и тень, и некая условность. Понимаете, многие вещи проще всего упаковать в сказку. Поэтому планируется тщательная работа с декорациями. Отличает спектакль будет и интерактивность. В выступлениях будут играть большую роль действия и мнения зрителей. Это театр профессиональный, но как бы, еще его называют свидетельский. Здесь люди просто рассказывают о своем опыте, и мне кажется, это опыт важно слышать, потому что это что-то, о чем мы мало знаем. Мы хотим делать спектакль, но необычный. Спектакль социальный, документальный, скажем так, и выставку, именно где арт-объектами предстанут вещи из их обихода. Открытие выставки, как и премьера спектакля, состоится в Автограде в начале следующего года. Виктория Евсеева, Ради Ганеев, Челны-24.